И снова всем привет, друзья! С вами, как всегда, Шиморо, и добро пожаловать в Dead by Daylight! И сегодня, дорогие друзья, мы будем продолжать наши каточки, надеяться на интересные игры, на интересного маньяка, на интересных жертв и все прочее, все как обычно, друзья. У меня много поинтов с прошлой серии, я заработал достаточно много очков, поэтому мы сейчас, ребята, их с вами впендюрим, потратим, как говорится. Ух ты! Карта, давайте с картой побегаем, почему бы нет? Почему бы не побегать с картой? Может быть, у нас получится побегать с картой Wildlands. Ух ты. Так, это для фонарика, ребята, насадочка. Здесь у нас... Нет, давайте через вот это вот пройдем и пройдем в тряпочку. Да, Shroud of Binding, ребята. То есть все выжившие, соответственно, начинают вместе. Start trial together. Так, здесь все, trial, точнее. Давайте вот сюда вот перейдем. И, соответственно, впихуячиваем вот это. Мы все вместе начнем, будем вместе бегать. Вот эта карта. Насадочку для карты, соответственно, нужно будет. Так. И здесь у нас добавляет 5 зарядов для каждой карты, друзья. Обилочку я оставлю вот эту. Хотя нет. Давайте speed increased на 3. No one left behind. When the exit gates are powered, gain 50 more blood points for action in the altruism категории. Второй раз уже, блин, на это нападаю. Так, ладно, давайте, нет, давайте оставим вот это. Будем пробовать снимать все-таки товарища, если будет такая возможность. Поэтому, потому что это интересно. Смогу ли я спасти кого-то или нет? Это всегда интересно, ребята. Поехали, ищем катку и начинаем приключение. Что же, ребята, а приключение начинается. Мы начинаем все вместе, по крайней мере, вот с этим очкариком я начинаю вместе. Со всех остальных не знаю, ребята, где они. Эй, слышишь? Очкастый, пошли. Пойдем работать вместе будем сейчас. Давай прочитаем карту. Мы читаем карту. Ага, хорошо, далеко очень. Давай, очкастый. Будем, короче, с тобой напарниками. Кудрявый и очкастый. Это приключения кудрявого и очкастого, дорогие друзья. Карта там, ага, вижу. Генератор там, ребята, находится. И здесь. Хорошо, а почему карта мне показала только дальний генератор? Так, очкастый, надеюсь, ты не рукожоп, как я. Иногда бываю, и у нас ничего не взорвется. Поэтому давайте, ребята, давайте ждем, смотрим, что же будет дальше. Безумно интересно, безумно интересно. Так, опа, блин, в белое не попал, ребята, ну ладно, будем стараться. Очкастый вроде хороший, очкастый молодец. Очкастый умеет жарить генератор. А маньяка пока не видно. Маньячка пока не видно и не слышно абсолютно, ребята. Поэтому у нас все довольно благоприятненько. Эть, хорошо. Побежали, побежали! По ямкам, по кочкам, по маленьким лесочкам. От маньячка. Так, там кто-то попался, да? Кого-то на хук насадили. Давайте смотреть. Будем действовать теперь в соло, ребята. Будем действовать в соло. Аккуратненько. Лучше рядом с крюками не бегать, потому что в любой момент тебя могут поймать и насадить твою маленькую вонючую жопку на крюк. Ах, просажено. Очень далеко, кстати. Сопротивляйся, слышишь? Нейн, сопротивляйся, я тебя спасу. Генератор или Нейн? Генератор... Блять! Нейн, точно, точно, Нейн. Дорогие друзья, Нейн, нужно спасать, естественно, какой генератор. Давайте попробуем спасти его. Что у нас за маньяк, интересно? Нейян, держись! Братик! Ребята, я... Да, вон маньяк, видели? Вон он ходит, сука, он не дает ему. Блин! Почему маньяки... Ага, смотрите, ходит по кругу. Видели, да, он? Он постоянно стережет свою жертву. Он ушел? Он ушел? Неужели он ушел? Нейн, сопротивляйся, слышишь? Не сдавайся, Нейн! Идиот! Черт подери. Черт подери, Нейн, ты же мог. Он капкан там поставил. Нейн где-то тут чинил генератор, по-любому. Его же за маленькую жопку поймали где-то здесь, да. Мы дочиним. Дурак! Дурак очкастый! Уходи! Ему пиздец. Ему пиздец. Очкарику конец. Или мне конец. Или очкарику. Да, он очкарика пизданул! Господи! Очкарик, я так и знал! Птицы, уйдите! Вороны, вы что, идиоты? Я же здесь сижу! Да, она ушла.
Господи. Он за очкастым побежал, видите, вон туда далеко. Вон там он. Че мы крутимся у этого ссаного генератора? Надо дочинить это говно. Здесь чуть-чуть осталось. Да, его присадили, очкастого присадили, ребята. Где остальные двое-то? Блять, ну почему не следишь за кружком? Прошу прощения, дорогие друзья. Почему так? Так, у нас есть время. Давайте действовать теперь реально профессионально. Смотрите, следуя аналогии, да? Там... И чувак в капкан попался. Господи, этот маньяк нас херачит просто. Этот маньяк нас херачит, ребята. Следуя вообще действиям маньяка, он будет охранять до конца, соответственно, жертву. Правильно? Правильно. Соответственно, я могу спокойно заняться починкой ближайшего генератора. Че, он еще одного насадил? Вы что, совсем звезданулись? Ребятки, братики, братишки, два пацана на крюках, что ли? Он будет здесь или там? Спасаем, товарищ мой! Уходим, брат! Бежим, брат! Так, тихо. Блять! Братик! Братик! Пошел нахуй, я спасу другого. Нет, другой уже мертв. Боже мой! Вот это месиво, ребята, это очень жесткая катка. Как будем действовать? Ребята, катка очень напряженная. И очень интересная. Я остался один, чё? Блять, дурак! Почему я не могу кружок активировать, ссаный? Я остался один на один? Вы чё, смеетесь надо мной? Дурак! Так, на самом деле это моя тактика, друзья. Нет, это не так! Пидор ссаный! Вонючка! Вигл, у него крюков нет. Вигл, у него нет крюков. Он всех перехуярил, он всех убил! Вот это маньяк! Вот это я понимаю! Вот это да, вот эта игра! Виглис, пошел нахуй! Да, пидор! Пидор пошел в жопу! Пидор пошел нахуй! Нахуй! Вигл, у него крюков нет, слышите? Прошу прощения, ребята, прошу прощения, я не смог убежать. Он убегает, ты сука! Это было жестко, но интересно. Ах, гад вонючий, а? Ссаный ублюдок. Вонючий говнарь. Ненавижу. Поехали дальше. Ну что ж, друзья, у нас начинается новая катка. И в этой катке нам нужно будет профессионально уже побеждать. Я пытался там спасать друзей, спасать товарищей, но друзья это часто не ценят, понимаете? И поэтому получается вот так вот. В итоге был насажен на крюк. Давайте, ребята, действовать крайне качественно, профессионально, без ошибок и, соответственно... Пидор... Очкастый, сиди рядом. Не двигайся, он там. Мы должны уйти в противоположную сторону, очкарик. Ты должен чувствовать игру, очкарик. Ты должен знать, что ты делаешь. Следим за кружком. Не будем допускать ошибок. Не допускай. Очкарик, не пугай меня так. Я чуть круг не потерял из-за тебя. Ой, как близко было! Давай, бро. Только посмей ошибиться. И я сниму твои очки. И лично тебя ими зарежу. Понимаешь, я кудрявый, ты очкастый. Мы друзья. И мы не должны допускать ошибок. Поехали. Бежим.
Притих, очкастый, притих, спокойно. Посмотрите, переждал, замер. Иди! Уйди от меня! Уйди от меня, что ты смотришь на меня? Ты что, боишься, что ли? Вот ссыкло, а? Никакой вообще, никакого чувства инициативы, как говорится, ребята. Хотя инициатива ебет инициатора, как все мы знаем, дорогие друзья, поэтому, в принципе, он в чем-то прав. Еще один очкастый. Господи, сколько вас здесь? Тихо, водичила. Сдвигаемся, не блочим наших. Аккуратно. Вот это игры. Вот это катки на мотке. Ой, сейчас пиздец будет кому-то. Ой, сейчас пиздец кому-то будет! Он там. Он следит за ними. Господи. Насадит он кого-то или нет, ребята? В этом проблема. Маньяк тот... Да. Кому-то пиздец по имбальнику пришелся уже. Так, спокойно, ребята. Надо действовать. Почему? Чувак убегает от него, что ли? Господи, я прибежал к маньяку! Боже мой. Вот это стрёмная катка. Сидим, смотрим, не упускаем из вида тот... Да, вон он ходит, видите? Еще генератор сделали. Сейчас маньяк побежит туда. Он все-таки поймал Запа Бреннигана! Что же будет? Это было близко очень здесь. Нет, Зэп Бренниган снова ушел? Что за чит? Зэппи читорог говененький. Что не так на этой катке, господи? Смотрим дальше. Вон там вдалеке вижу генератор, мы его сейчас будем чинить аккуратно. Он практически... Отлично, красавы! Красавы. Господи, не иди туда, дурак! Уйди вот отсюда. Все сбежали, ребята, смотрите. Все живы и здоровы, маньяк где-то рядом. Блин, мне бы тоже что-то починить надо. Так, чисто для... Для того, чтобы я что-то типа сделал. Для победы. Ах ты пипец, попался кто-то на ловушку. Ой, сейчас к нему побежит, да? Бедный Зэп. Единственный страдалец, по-моему, на всей... Со всей карты у нас. Это Зэп. То ему пиздюлей дали, то ему в ловушку засосали. Все, и он его рубанул. Я Зэпу помочь не могу, но зато я могу сделать другое. Я могу попробовать починить еще один генератор, и это важный момент. Еще один геник, вон он. Вон, видите? Он уже чинится, по-моему, да? Помигивает, видите? Так, я здесь не один. Да, здесь девочка еще бежит. Давай с девочкой. Зэпа насадили, суки. Точнее, сука. Так, давайте. Девочка, ты главное не тупи. Делай все четко, девочка. Девочка, как зовут девочку? У девочки нет имени. Девочка дура! Девочка дура! У девочки есть имя. Дура, блядь! Вот как имя девочки. Или нет. Он же повесил чувака, он не побежит к нам. Правильно делает девочка. Как зовут девочку? Девочку зовут... Хрен его знает, как зовут девочку, но... Девочка пыталась. Так, чиним. Сделали. Отлично. Уходим дальше. Мы сделали генератор. Зэп Бренниган сопротивлялся до конца, и он красавчик. Он дал нам время. Тихо, спокойно. О, ты тоже черненькая и тоже кудрявая. Так может быть. Ладно. Где? Где пидор? Вы чувствуете? Зэпа нет больше. Зэпа больше нет с нами. Три выживших осталось. Один генератор на починку, и мы сможем сбежать. Но где маньяк? Вот в чем вопрос. И где еще один генератор? Надо искать. Надо искать стоячие столбы. А вот и выход. Кто-то же еще есть там. Есть Прописон и ЛЛА. Где был ЛЛА? Я не вижу остальных вышек пока. Нужно действовать тихо и аккуратно. Маньяк не дремлет. Давайте осмотрим хорошо все верхушки. Все верхушки спокойны.
Соответственно, здесь ничего нет, ребята, видите? Вышек рядом нет, они все на той стороне. Это нужно действовать так, бежать на ту сторону и чинить. Либо оставаться здесь и ждать, пока откроется дверь. Но это было бы как-то глупо. Ждать, пока остальные ребята что-то сделают? Нет, я должен сделать все сам. Пусть я буду рисковать, но я это сделаю. Я же для себя очки добиваю, в конце концов, правильно? Вороны. Стараемся держаться у края карты. Где же пидор? Ведь он где-то рядом. Он практически дышит мне в спину. Господи, настроя он один. У нас есть все шансы его победить. Так. Маньяк знает, где генератор, видимо, и не даст его починить просто так. Я вижу генератор. Он уже в стадии починки. И чувака ранили. Чувака ранили где-то рядом. Тихо. Тихо, маньяк был рядом. Где же маньяк? Главное выжить. Он завалил его прямо рядом. Черт подери, Перписон. Пиписен. Прописон. Как у него? Фропсон, господи. Он насадил его прямо здесь, прямо рядом. А я чиню генератор прямо под носом у маньяка, вы видите? Я рисковый пацан. Рисковый. Маньяк будет там. Маньяк будет рядом с ним все это время. Давай, девочка. Давай, девочка. У девочки есть имя. И оно не дура, если ты сделаешь все верно, родная. Не очкуй. Пошел нахуй, пидор! Пошел ты нахуй, говнатый кусок вонючего ублюдок ссаный! Я шатал трубу твою, вонючка гдраная! Козел ублюдок вонючий, нахер иди от меня, говнарь коза! Сам в свою ловушку, пидор, вот и иди отсюда, вонючий! Еще в одну ловушку попался. Долбоёба. Кусок. Ссаного. Ублюдка. Драный. Пидор. Все. Я все сказал. Я ранен. Мне больно. Активируйте уже там это говно! Девочка! У тебя есть имя! Активируй! Если оно не дура! Девочка. Лейла. Л.Л.Эй. Я не могу пойти туда. Пропсона освободили! Красавцы! Красавцы, я люблю вас! Надо дернуть этого пидора! Как я его в ловушку попался? Он, а, ребята, это 1000 лайков просто достойно. Как он попался в ловушку, вы чувствуете? Бля, мне очково. Мне плохо. Боль. Боль. Изнеможение. Он ударил меня своим огромным мечом. Этот пидор пронзил меня своим обрубком. Так, это было по-гейски, да? Ладно, не пронзил меня. Девочка! Девочка, что ты здесь делаешь? Рано активировать, девочка! Разминирует капкан. Посмотрите, девочка-профессионалка. Она знает, что она делает. Пойдем, девочка. Девочка! Девочка, похиль меня! Девочка! Хильни! Да, Лейла. Сделай мне перевязочку. Вот так вот. Давай, Лейла! Блять, Лейла! Дура, что ли? Иди сюда! Иди сюда, вот здесь меня возьми. Да, давай, Лейла. Гладь мою спинку. Давай. Вот здесь, в углу. Да, Лейла. Хорошо, Лейла. Хорошо. Один генератор, Лейла. Лейла молодец. Лейла вообще красавец. Красавица. У девочки есть имя. Ее имя Лейла. Так, идем вот сюда. Вот это катка, ребята. Это просто божественная сейчас катка происходит. Главное выжить. Давай, Лейлочка. Лейла, не касайся ты, не касайся! Лейла! И уёбываем отсюда. Уёбываем отсюда просто, Лейла. Он придет туда. Он не пойдет к этой двери, понимаете? В этом его проблема. Можно найти люк попробовать. Но люка нет, сейчас только выход, потому что я не один. Люк еще не появился. Он пошел к тому входу. Он у того входа, видите? Он у того входа. Говнарь вонючий.
Теперь побежал к другому, смотрите. Да, он ушел. Он ушел, у нас есть шанс. Он поставил капканы там? Давайте сейчас главное не напороться на капкан, друзья. Вот он выход. Здесь может быть капкан. Да, здесь стоит капкан. Разминируем капкан. Лейла сбежала! И Пробсон сбежал! Открывайся, блядь! Открывайся! Да! Ну чё, члены кусок? Я здесь. А-та-ра-та-та. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. У-у-ру. Ай. Бам-бам-бам. Бам-бам. Там. Тин-тин-тин. Тин-тин-тирин. Пере-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Тири-дири-дан-тан-та-дан. Ну, Лошандрик. Ну, посмотри на меня. Ну, посмотри, я ухожу уже. Я... Да, я ушел. Ладно, он, ребята, решил не бежать ко мне, потому что понял. Вот это была игра! Вот это кайф! Вот это поинтов мы с вами нарубили. Девочка должна много очков заработать было. Да, чуть больше, чем я, но она заработала много. Это было очень круто, дорогие друзья. А прямо сейчас мы пойдем играть за маньячка и жарить своих жертв. Поехали! Ох, и повеселимся сегодня. Ой, повеселимся. Я уже чувствую маленьких вонючих свинок на своей пиле. Бррр, блядь, будет весело. Ох, сладкий, вкусный, блядь, денек. Сладкий, вкусный денек. Мы найдем кого поубивать, наконец-то. И это радостная весть. Ну чё, говнучата, пора бы вам где-нибудь присесть, например, на мою огромную, вонючую бензопилу, пропитанную кровью и мясом с предыдущих маньяческих дней. Суки, блядь, неопытная свинка чинит генератор. Неопытная свинка любит чинить... Привет, пидораска! Привет, маленькая! Чё, нихера себе ты жару вдарь! Четеренок вонючий... Больно тебе, да? Больно и страшно. Но я привык к такому. Я привык, когда больно и страшно. Маленькой, говнючной ублюдинке, да? Привет, сучка! Плохо прячешься. А я тебя почувствовал, знаешь как? Жопой, блядь. И тут рядом крюк, и мне это нравится. На крюк можно насаживать, на крюк можно наслаждать, дорогие друзья. А ты, сучка, садись, моя маленькая. Пидры придут тебя спасать, остальные нет? Никого не чувствую. Они тебя бросят, знаешь, ты никому не нужна. Ах ты, пидорас вонючий! О, блядь! Ты чё, сука? При папке снимать дичь? Это очень херово, тут еще один. Да иди ты нахер, говнарь. Иди нахер. Сопротивляйся, стерва, дрянь вонючая. Еще есть у тебя друзья? Да спокойно. Спокойно, спокойно. Сейчас все будет хорошо у вас. Сейчас вам будет пиздец. Ты че, ее снять пытался, ублюдок? Вы че, блядь, кудрявые? Наглость какая, а? Ну давай тебя посажу, ладно. Раз ее сняли, тебя посажу, не переживай. Другую не снимете. Вот наглые пошли свинки, да? Вот в мое время, когда свинки только зарождались, когда игра была в альфа-версии, такой хуйни не творилось, нет. Тогда было все проще. Тогда свинки просто визжали и умирали одна за другой. А сейчас нет, сейчас смотрите, что происходит. Взяли с... Ты чё? Сопротивляйся! Давай! Ты никому не нужен, ублюдок. Ты никому не нужен, да. Тяните время. Кудрявый придет за тобой. Нет, ты увидел кудрявого, поэтому ты и не сопротивляешься, я знаю. Ты увидел кудрявого. Сучонок. На, чините, чините. Я даю вам шансы починить еще. Я даю вам шансы дочинить это говно. Да, полечили тебя. Ну все, теперь подыхай, сволочь вонючая. Так, здесь два генератора, они очень близко починены. Я знаю, ты видишь какого-то пацаненка, да, который рядом с тобой. Все, у тебя больше нет шансов, ублюдок ссаный. А они там, они дальше. Их трое! Папе неприятно это. Папе неприятно, когда их трое. Да, вонючий, очкастый.
Очкастый, блядь. Ты что думаешь, самый умный очкарик здесь? А? Я чувствую твою маленькую вонючую задницу, ублюдок. Думаешь, у меня волхак? Нихуя! У меня не волхак, у меня просто чуйка маньяка профессиональная. Да, иди, иди. Беги, сбегай, очко. Я потыкаю в тебя своим большим дубиночкой своей, охуевшей. Пидор ссаный! Ранен? Молодец. Молодец, папке нравится, когда вы ранены. Не могу тебя поднять, почему-то очкастый. Ты, наверное, тяжелый сегодня. В тех говна много, или ты обосрался уже, не знаю. Но тем не менее, сейчас будет весело, пидор. Так, идем сюда. Где? Где бы крюк? Ты чё, сука, блядь? Бегает тут. Спасатель хуев. Из села Кукуев. Так, идем сюда. Иди сюда. Иди сюда, не виглись. Не виглись. Я знаю, ты любишь сопротивление, очкастый пидор. Ненавижу, когда они сопротивляются. Беги, кудри. Вот это профессионалы попались, вот это да. Вот это профессионалы попались, пидор вонючий. Давай, беги тоже. Ранен? Блять! Не нравится мне это. Но я люблю с тобой играть. Мне не нравится это, блять. Но как же я люблю с такими, как ты, играть, маленький мой. Сейчас будем кудрявого хуярить. Раз тот сбежал, значит, кудрявого перехуярим сейчас немножечко. А чтобы не виглились, наверное, папочке придется тебя сбросить немножко перед крючком. Крючки далеко для маньячка, понимаете? Вот в чем проблема. Внизу, по-моему, был крючок у папочки. Но... Да, виглись, кудрявый. Стоять бояться. Стоять, пидор. Спокойно. Спокойно, не дергайся. Не дергайся, маленький. Не дергайся. Вот тогда ползи. Ползи сам к крюку, пидорас вонючий. Ползи, но ты не доползешь, потому что папка тебя снова возьмет и спокойно донесет. Давайте, активируйте хуйню свою. Все равно я вас зарежу всех, как свиней вонючих. Как, блять, на, я не знаю, на мясорубке какой-нибудь, понимаешь? Вот ты всех спасал, вот тебя и насадили, ублюдок. Давай. Действуй дальше. Очкарик ранен, там есть еще один какой-то, которого я вообще не видел. Че, не будут тебя спасать, все? Очко твое поджалось-то, саненькое? Очко поджалось у тебя, ублюдок. Увидел кого-то? Кто-то прибежит к тебе, да, на помощь? Нет, говорит. Нет, а я думаю, что да. Я понял тебя. Я понял тебя. Посос сейчас пойдет. Сейчас пойдет плотный посос, дорогие друзья. Сейчас один побежит вниз. Он уже бежит, он уже на выходе, смотрите. Он уже здесь. Он уже, вот он. Он уже с нами. Да, идите сюда ко мне, пидоры. Как мне это не нравится. Как мне не нравится этот запах вонючих ублюдков, которые постоянно пытаются сбежать. Так. Где же вы? Где же вы, свиньи? Я знаю, что вы рядом. Я знаю, что вы пытаетесь обмануть отца. Здесь вы? Нет, свинюшки? Эх, поросятки какие сегодня пошли. Видите, какие сильные, да, игрочки? Сильные игроки любят играть в сильные игры с папочкой. Боишься? Я слышу тебя. Кто-то должен стонать. Кто-то из вас должен стонать. В угол присел? Нет. У деревца? Нет. Три генератора у папы в поле зрения. Три всего. Понимаете, саненьки? Сейчас мы будем играть с вами во вкусные игры. Они вернутся туда. Они вернутся сюда. И папе это нравится. Папа любит такие места. Да? Я знаю, вы вертитесь вокруг. Ведь у вас нет выхода. А у меня он есть. Я в любой момент могу вас перехерачить. Главное, почувствовать вас. Да? Отдышка у тебя? Подожди. А неужели ты тут? Кусочек маленькой пизды. А? Тут, да, сука! Нехуй здесь дышать было. Так. Прошу прощения, я был очень резким. Вонючка ссаная с косичками. Косички твои тебе не помогут, шлюха, шваль вонючка. На тебе, тварь. Где еще один?
генераторов не так много. Да. Интересно, твой друг тебе поможет? Твой друг тебя спасет? Или оставит тебя мне? Даже если он тебя спасет. Уже ничего не выйдет. Ах ты, сука, вонючая! Ах ты, пидор очкастый! Ты в наглую! Чинил генератор при отце! Петух ебучий! Пизда ей и пизда тебе, лох. Да. Команду профессионалов перехуярил папочка. Ох, как папке это нравится. Очкарик уже уходил от меня однажды. В этот раз очкарик от меня не ушел. И никто не уйдет. Он снял ее, он снял эту тварь. Черт, здесь нет крюка. Господи, все еще не так плохо для них. Нет, они обведут люк. Люк? Какой люк? Схуяли люк? Нет! Нет! Он прыгнул в люк! Я сам его принес! Ладно. Хуйня война. Прорвемся. Этот очкарик обошел папу. Но нужно отдать ему должное, дорогие друзья. Этот очкарик сыграл хорошо. Он молодец и достоин уважения, дорогие друзья. Ну и я старался изо всех сил поиграть. Интересно, ребята, и у нас, мне кажется, очень даже получилось. Если вы хотите еще Dead by Daylight на моем канале, спасибо вам огромное за ваши лайки. Пишите ваше мнение по поводу игр. Это была великолепная серия. Одна из самых лучших, на мой взгляд. Поэтому, ребята, спасибо вам еще раз. Мы увидимся на новом видео. Желаю вам удачи и только побед.